Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Флайзен. И это, опять же, прохождение нашей любимой игры Террария, только уже Overkill. Это новая оптимизация в игру Террария. И что ж, давайте же начнем. У меня тут установлен мод Builder Plus. Так, Morphlux. Так, что еще у меня установлено? Heroes Sickle. Так, что ж, Террария Overkill. Так, кстати, блин, надо было вот это вот бы включить, но уже пофиг. Немножко. Так, Dark Souls мод, Juiced мод, After Trash, Weapon Out. Так, что у нас еще? Magic Storage тоже потом включу. Так, Yet Arnold Boss Hill Bar, Recai Browser, Torrent мод, Boss Checklist и Calamity мод. Все, вот такие у нас моды. И основой тут является Torrent мод, Calamity мод и Overkill, Террария Overkill. Проходите, прохождение буду, да, в эксперте, и я немножко вот подзабрасываю только что вот это прохождение. Что ж, давайте создадим нашего персонажа. Я выбираю 14, потому что я родился 14-го, да. Вот, и 14-я прическа, ну, как бы прикольно подходит, так сказать, под мой стиль, что ли. Так, у меня голубые глаза будут, скин у меня будет какой-нибудь вот такой вот, незначительный. Так, ну и я создам уже за кадром. Назвал я его Flying Overkill. И что ж, я его уже создал, пометим в избранное, сохраним в облако даже, и создаем новый мир, думаю, медиум будет, и Born Me Plenty, короче, эксперт. Так, выбираем рандом, и называем его, так, языковая буква, Террария. Так, Overkill. Так, Sunbeat. И ждем загрузки мира. Кстати, я сейчас, да, это Crimson у нас. Но это чуть-чуть хуже, кстати, чем искажение. Но ничего, мы справимся. Ну, а пока мой комп довольно плохой комп. Ну, как сказать, нормальный довольно комп. Не знаю, для видео не очень плохой подходит загружать этот мир. Новенький наш. Я вам расскажу, что добавляет Террария Overkill. Она добавляет много вещей, много всяких тактик, много всего. Короче, все узнаем. Допустим, она добавляет реалистики, и если мы, допустим, возьмем факел, поставим, вот у нас вот дерево стоит, может, так сказать. Мы поставим вот сюда вот факел, у нас оно зажжется тут со временем. И так что оно добавляет немного такой реалистики в Террарии. Также он добавляет немного разных оружий и так далее. Но оружие в основном добавляет Calamity и Torium мод. Ну еще река браузер поможет, и Boss Checklist нам поможет определить какие боссы и какие крафты для этих боссов нам нужны. Так что все, в принципе, полезно. Ну, а тем временем, пока это была болтовня, у нас уже почти закрутился мир. Давай! Есть! Я чуть не удалил, кстати, его. Так, получаем избранное, сохраняем, плей. И сейчас будет первое отличие от обычной Террарии. Вот. И, как видите, мы можем оглядываться, да. Это очень круто, и нам написали Overkill мод, Overkill. Так. Короче, спасибо, что типа тут еще написал Discord, наверное, в каком-то меню. И спасибо, нам написали, что вы можете использовать, что вы используете этот мод. Мод пак. Disabled is Overkill settings. Тут что-то есть. Тут нет вроде. Ну окей, короче. Так, и используем. Кстати, да, у нас теперь вот такие вот штуки, и
И вообще не лагает. Смотрите, я могу даже, наверное, освещение сейчас поставить на... На такое хорошее. Такое дело. Это тут такое. Не, немножко подлагивает, но в принципе нормально, в принципе, пойдет. Так, и X для select это item. Left click to select. Так. Ладно, блин, у нас мир в эксперте. И мне сейчас будет очень сложно разбиться тут. Этих боссов, ой, этих. Вот добавляет сколько разных листик. Нам этот мод. Это все оверхилл делает. Прикиньте. Один мод такой. Еще кровь добавляет. Кровь точнее. Монетки, блин, нет, я упал. Эх, кстати, извиняюсь за мой голос, потому что он немного охрипший. Как вы уже поняли. Так. Это как всегда, в принципе. Ладно, я сейчас вылезу и продолжу. Смотрите, что нам добавляет. Так, left click, select. Left click. Так. Нам еще дождь добавляет. Вот это вот. Офигеть, как много разных вещей. И тут есть ревенгейс мод, но это слишком жесткий. Этот. Кстати, мы еще можем Iron Heart использовать. Оба, вот это было круто. Так. Магия, магия, бабам. Вот так вот тебе. Надеюсь, это видео не забанит из-за крови. Ого! Офигеть, как прикольно, слушайте. Ладно, я думаю, нам следует отсюда выбираться и уже построить какую-нибудь халабудку. Кстати, если мы нажмем Ctrl, то мы можем вот так вот скакать. Так что это прикольно. Ого, молния только что ударила сюда. И подошла вот эту вот рыбу. Вон, видели, еще молния. Офигеть. Блин, как это круто. Главное, не лагает. Что самое крутое, это прям оптимизацию добавили, что ли. Ну-ка. А почему мы не можем? Типа только когда стоим, что ли, можем? Блин. Завали его, скорее. Да, молодец, гид. Мне стоит прямо срочно сюда вылезать, потому что гиду тоже не здоровится сейчас. И я надеюсь, выпадет нам копье с этого. Так, что это такое? Начинает экран темнеть. Что это такое? Просто капец. Такое чувство, что сейчас какой-то босс призовется. Также лунный лорд называется. Это выключу за гриб. Сейчас, подождите. Потому что он немного мешает. Ну блин, ну какой же лошок. Какой-то столбок был странный. Прыгаем, да прыгаем. И идем. Так, вот, я не знаю, для чего эта штука нужна, но ее, в принципе, можно надеть, потому что. Оба, вот, а вот слизень нам будет очень сильно сейчас помогать в начале игры. Так. Ну, слава богу, что мы можем залезть сюда. Так. Оба! На! Вот так тебе. Так, ну и ладно, короче, за кадром я уже построю все. О, что это такое? А, это молния ударила. Офигеть, она жарила эту древесину. Капец, как круто. Капец, столько крутых вещей. Кстати, да, деревья у нас теперь вот так вот падают. Это прикольно. Блин, столько крутых вещей добавили. Кстати, теперь, когда дождь, то если он капает долго на одно место, то потом вода получается, короче. Вот у нас тут вода с этого дождя. Ого, пожар! Пожар, посмотрите! Он, в принципе, сейчас затушится, потому что тут сюда молния, короче, ударила, и вот такая вот штука тут образовалась. Капец, это так круто! Слушайте. Кстати, на прошлом видосе вы набрали 36 просмотров, по крайней мере, на момент
пока что моего присмотрения последнего. И, блин, о, золотая белочка. Ну, я ее рублю и извините, что я ее зарубил. Просто я ее сейчас не могу поймать. И, ну, огромное спасибо за вот это вот, за вот эти просмотры просто. Мне это, ну, очень помогает. И набрало 7-8 лайков. Я 7 не помню, так что уж простите за это. Но это очень круто. Спасибо вам огромное еще раз. И извиняюсь теперь, что так долго не было видео, потому что у меня, ну, попробуйте догадаться, у меня школа, короче, была, ну, и школа, и там все трудно, ну, короче, понятно, да, то, что школа — это мучение, а не учение. Кстати, сейчас мне нужно добыть камень, потому что если я его не добуду, и мне в дом ударит молния, то, короче, капец будет моему дому, да, он сгорит. Все правильно, и ну, это очень плохо, так что следует добыть, конечно же, немножко камня. И вообще дом стоит строить из камня, потому что камень он не горит, в отличие от дерева, и ну это круто. Но, сами понимаете, пока что камень добыть довольно тяжело мне, так что это очень плохо. Ну а вот и первая смерть. Да, я, короче, убила тут много этих. Много мобов, так сказать. Блин. Их там настолько много. И 15 голды еще. Эх. Так, сейчас мы их одолеем. Так, что выбрать? Так, типа, нельзя как-то. Короче, странно работает, если что, подсказывайте мне. Нет! Нет! Я, походу, подсказывался. Давай! Вались! Слава богу, что он легко валится. Так! Нет! Меня опять завалили! Что ж такое? Нет! Не надо, пожалуйста! Не надо! Не надо! Да ладно! Что это за меч такой выпустила? Ну все, интересно. И я сейчас буду узнавать-то. Так, еще тут титанит выпал, это очень круто. Так, я возьму этот меч. Так, получай. 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 Ну, блин, конечно, он нас убьет. Да. Но со второй попытки, я думаю, мы его завалим. Короче, у меня украли всю голду, но я вот добыл такое оружие и более-менее могу что-то им сделать. И вот так вот, короче, я его завалил наконец-то. С него выпала часть моей голды. Буду пока всю голду складывать в этот сундук. Так, тихо, чуть молнию не ударила. Так. Уйти с факелом, вон, вижу холлоу. Так, получай. Ну, его защита маленькая, так что мы его вообще легко завалили. И там еще у нас еще один такой же моб. Мы его завалили прям, ну, вообще легко. Так, ну и у меня уже 85 такого камня. Я тут еще подобывал, где у меня вот бомбочки. Вот. Так. Вот сделать такой каменный куб. Вот тут аспи. Ну, это у меня лучше сейчас. Так, ну все, три факела. Могу сделать один факел. Сделать три факела. Так. И еще тут можно, по идее, будет что-то сделать. Да, лифт и гранаты, вот они. Сюда все бросим. Так. И еще одну бросим. 3, 2, 1, прыжок. А! Нет, 87 дамага, ого, больно. Так, ну и все, сейчас я быстро перезайду, и как раз все очистится, и все будет, короче, круто. Нет. Блин, мы теперь в этой террарии не будем, короче, спавниться
если перезайдем. То есть нам надо подниматься, нам надо домой идти. Ой, как это тяжело. Как я сейчас так мог блок поставить? Скажите мне. Так, под себя блоки ставим. Так. И потихонечку выбираемся отсюда. Я лучше пока эту дырень заделаю. Вот так вот. Что дождь, кстати, прошел. Это очень круто. Единственное, меня радует. Так. Надо как-то кувыркнуться. Блин, нельзя прыгнуть. А, можно прыгнуть и кувыркнуться, но я явно перелетаю. А вот, летел. Нет! Блин. Хоба, 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 хоба. Ну и все, в принципе. Короче, сейчас я буду доделывать дом и потихоньку буду на этом завершать серию. Хоть да, хоть я мне никого не завалил, но тем не менее, вот такие вот дела. Да, это ну очень сложно проходить. Давайте сделаем, короче. Чё? Чё? Чё это было? Вот это вот уже серьезно прикольно. Я это не знал, я серьезно говорю, я это не знал. Вот это называется, я тупо поиграл. Вот это называется поиграл, серьезно. Мне, короче, нечего сказать. Опа, смотрите. Первый год, день второй уже пошел у нас. И тут, короче, нам сделать какой-то моб. Слов спицки, что он с нашими глазами будет делать? Что-то ничего не делают. Во-первых, я офигел от того, что он такой огромный. Чё он такой огромный у меня? Нет, нет! Дверь! Офигеть! Офигеть! Это, конечно, материал, да, я знаю. Так, сейчас быстренько вылезем из дома. Может быть. Быстренько. Платформа. Скорее платформа. Она сейчас загорится, правда, я знаю. Так, нам нужно срочно обложить этот дом камнем. Желательно, конечно, чем больше, тем лучше. Но вот так вот, в принципе, пойдет. Так, убираем эту штуку. Ну, в принципе, короче, сейчас сделаем каменные стены, чтобы, не дай бог, не загорелся. Так, и почему-то все время идет дождь. Я не понимаю, почему он идет, но это так уже всегда, что очень странно.
Давайте сделаем вот эту хотя бы штуку. Надеюсь, она ничем пускать не будет. Вроде не пускает. Хотя у нас, ну, как вы понимаете, плюс 100 размер. Чё? Офигеть, короче, я не понимаю, что мы сделали, но мы что-то сделали. Это копье. Это не копье, оно... Короче, капец, какое оно огромное. Вот это вот капец. Так, заходим. Уходим. Так. Все. Ну и, блин, монетка поскакала. Нет, ну за что так далеко монетки? Ну хотя бы мы через стену взяли. Более-менее хотя бы сейчас ускоряться вот таким образом можем. Так. Я думаю, на этом все. Сейчас я проверю. А, не, ну это пока что неподходящий дом. Не знаю. Так. Кит, иди сюда. Так. Ставим вот так вот, чтобы когда мобы вот сюда вот заходили, они, им надо было открыть бы в эту сторону, вот сюда вот, а они не могут, так как они тут стоят. Хотя я не знаю, может это не работает на этой лавахиле. Тем не менее, начинает уже дождь проходить, и, короче, я сейчас схожу в шахту, и после шахты я уже поделюсь своим мнением, что я там нашел. Да ладно! Это то оружие! Да ладно! Я обожаю это оружие! Оно просто топовое! Теперь у нас все недруги, все эти противники будут страдать наконец-то. Я обожаю это оружие! Я его обожаю! Просто! Кайф! Стоп, да ладно! Мы еще и апгрейд сейчас сможем сделать этого оружия! Офигеть, я просто не верю! Я просто не верю. А? Вот как он? Короче, ну, в принципе, нормальное оружие, но нам плохая перековка попалась. Да. Ну ладно, я думаю, стоит пока что на этом завершать серию. Офигеть, кинул сундук. В принципе, за нее мы сделали, ну как, мы вот выбили копье. И проапгрейдили его сразу же. И, блин, изучили много нового и интересного. Мне, в принципе, эти моды, сборка этих модов очень сильно понравилась. Так что я вам советую всем скачать Overkill мод и попробовать поиграть в него. Просто, ну, крутой очень мод, так что всем советую. Ссылка будет, ну, не в описании, а ну, там надо будет, короче, скачать этот. Тимод Лоудер. Ну, в принципе, Тимод Лоудер скачать, если наберется на этом видео, не знаю. Ну, пофиг, сколько лайков. Если, короче, вы напишите «хочу», то это, то я опять же сделаю видео по этому моду. О, мы, кстати, на кругленьком более хороший получили. Кстати, уже два даже. И это очень круто. Спит нам важен, в принципе. Так, ну и с вами был Лайзен. Кстати, сколько будет 2 плюс 2? Ну, пишите в комментариях. Я лайкну комментарий, который будет правильный. Скорее всего, все будут правильные, потому что, ну, ошибиться тут, ну, только смеяться можно. Ладно, короче, всем удачи, всем пока, мои дорогие друзья.